В 2013 году Управление Россельхознадзора по Курганской области проверило администрацию Лесниковского сельсовета. Она показала, что в составе земель села расположена несанкционированная свалка. В предписании об ее ликвидации обозначилась дата – 27 июня 2014 года. Главой сельского совета Кунгуровым Петром Семеновичем была проделана большая работа. Он обращался неоднократно в разные инстанции. И в силу того, что недостаточности средств, свалка была частично ликвидирована. И поэтому в этом году было принято ходатайство от главы сельского совета, и предписание было продлено до осени. И мы надеемся, что до осени свалка будет полностью ликвидирована и земля рекультивирована. Ликвидировать свалку – огромный труд. Вывозить твердые бытовые отходы пришлось не один раз, поскольку население близлежащих поселков по привычке продолжало заезжать на это место. Другой вопрос – где, а главное, как оборудовать новое место по всем правилам и требованиям российского законодательства. Гражданская ответственность Петра Кунгурова не позволила бросить эту затею. После длительных поисков и переговоров глава администрации все-таки получил разрешение для новой свалки в специально отведенном месте. Сейчас решается вопрос, значит, со свалкой для временного складирования. И, возможно, решится вопрос, если выделит областная дума какие-то средства, значит, по утилизации и складированию бытовых отходов для Китовского района. В районе, на землях, точнее, поселения, Лесниковского поселения. Пока готовится новая площадка, на месте старой пришлось поставить шлагбаум, разместить охрану очищенного от мусора участка. Но этих мер оказалось недостаточно. Нерадивые лесниковцы продолжают туда наведываться. К некоторым пришлось применить штрафные санкции. Проходят совместные рейды управления Россельхознадзора с полицией для выявления нарушителей. В скором времени начнется благоустройство земли. Территория будет отсыпана суглинком, плодородным слоем и высажены почвоукрепляющие растения. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».